Здравствуйте, меня зовут Марцис Гасунс. Меня спросили, как можно работать с шаблонами, кодировками, конвертерами Devanagari на винде. Значит, и не смогли найти, где заменить вордовский шаблон. Ну, действительно скажу так, что поиск в Ворде последние 10 лет стал безобразным, пользоваться им невозможно, поэтому я пользуюсь посторонней программой. Значит, называется она Search Everything. Собственно, вот она нашлась. У вас, скорее всего, 64-битная система. Ну, можно просто нажать на Download Installer. Значит, вот у меня эта программа уже скачана. А тут можно сортировать, естественно, и по дате, как обычно. Значит, тут файл, который нам был нужен, это было normald. Вот, это, собственно, шаблоны, вордовские шаблоны. На основании этого шаблона создаются все новые файлы в Ворде. Поэтому, если в нем зашить, скажем, некоторые макросы, которые нам нужны для работы с Devanagari, то все файлы будут, вновь созданные файлы будут содержать эти макросы. Вот, то есть тут видно, что тот, который по умолчанию 22 килобайта, а тот, который с моими, скажем так, наработками бывает и 144, 147 и даже мегабайт. Вот. Ну, собственно, вот, надо, получается, открыть путь туда. И вот у меня разные мои шаблоны уже, значит, изначальный. То есть, если мы переименуем, значит, этот сперва уберем, normal, уберем, перенесем куда-нибудь в запасное место, а, значит, переименуем вот этот с восклицательным знаком, это значит, что в нем содержится, значит, макрос. Там у нас должны быть уже всякие диванагаретины. Значит, так, это поиск. Значит, поиск тут можно и со звездочкой искать, накажем все файлы какие-нибудь там. Ну, в общем, тут поиск достаточно шустрый. Увы, он не ищет внутри файлов. Это делает поиск Windows, делает плохо, но делает. Вот. Ну, собственно, и это нужно для того, чтобы научиться конвертировать текст внутри документов. То есть, вот эти все дела с транслита в Devanagari, с Devanagari на транслит, с Devanagari на Devanagari и транслит одновременно, все разные направления, в разные стороны. Все это уже давным-давно сделано. Надо научиться этим пользоваться. Но для этого надо находить, собственно, где заменить этот файл шаблон normal. Вот он, собственно, у нас висит. И у нас есть инструкция в Google Доках. Да, тут у нас представлены те направления, которые мы можем заменить. Но в свое время Уша отметила те недостатки, которые она заметила. Их сложно устранить, поэтому они остаются в том виде, как они есть. Собственно, все. Спасибо.